И куда это я попал? Ух ты, какой-то мишка, ух ты, какие-то штучки взлетают. Прикольно, так, здесь уточка, медвежонок, вертолетик. Так, вторая карта, 15 побед. Лодочка, прикольно, можно сесть в нее? Эх, нет, зато можно за столом посидеть. О, за столом сидели, кушали и ели. Так, нубик тут валяется. Прикольненько, собачки, автобус. Потом, так, дальше собачка, косточки, кошечка, автобус, коробки, лодка, кости. Потом вот эти вот штуки, забыл как называются, если помнишь, напиши в комментариях, забыл вот эти колпачки, как они называются, непонятно. Кружка гигантская просто, ну-ка я чай. Кстати, если ты любишь чай, ставь лайк. Зайдем в домик, ладно, пора посмотреть, что это за шарик у меня снизу. О, у меня молоток. И меня тянет вон туда к стулу. А я, может, не хочу к стулу, я хочу вот косточки. О, косточка полетела куда-то. И мне деньги идут, смотрите, $8, $12. И по $4. Ну-ка, давайте-ка сюда еще чик-чик. Еще один. Так, натыкаю сейчас. Натыкал, смотрите. О, да мне нормально, денег уже идет. Очень прикольно. Так, а я что, под землей могу смотреть? Ребят, я сквозь текстуры смотреть могу. Забавно. Так, дальше, у меня уже $130. А давайте вот эту штуку затыкаем. Еще. А сколько она дает? По 20? По сколько? По $10 она дает. А те мои уже улетели, что ли? Или у меня ограниченное количество шариков? А это такое... А это что такое? Лопнуть шарики? Бумс. Бамс, лопнул. Непонятно. А вот здесь можно покупать цвет шариков. А, у него и X денег идет. Интересно. Апгрейд. За 1600. Сила тяги шарика, скорость. С 4 изменится на 5. Ладно, давайте попробуем собаку поднять. Раз шарик, два шарик, три шарик, четыре шарик, пять шарик. Ой, сколько я сейчас затыкаю шариками все. Так, ну-ка кликером попытаюсь затыкать. Сейчас, ребят, я столько шариков натыкаю на эту собачку. Она мне взлетит и заработает, наверное, миллион денег. Смотрите, я уже миллион шаров понатыкал в собаку. Они лопаются. У них, видимо, ограниченное количество времени. Эх, на собаку мне не хватает. Шарики мои лопаются. Давайте что-нибудь другое. О! Попробую вот эту коробочку затыкать. Погнали. Ага. Так, мне кажется, здесь я справлюсь. Ребятки, справлюсь. Давайте. Вот, чуть-чуть осталось и... Коробка вперед! Ребята, коробку затыкал! Поскольку денег идет по 44. Так, еще тыкаю. Чтобы она как можно дольше держалась в воздухе, ребят, я держу ее. Мне надо закачать $1000, чтобы прокачать шары свои. Так, я тыкаю. Все, уже не могу тыкать. Сейчас коробка упадет, ребятки, прямо на меня. Давайте посмотрим. $1000, ну. И бамс, упала. Чуть-чуть на $1000 не хватило. Теперь я хочу отправить диван. Сколько у него? 5000, пойдет. Ребята, я отправляю диван. А интересно, я могу на нем сидеть? Я могу сидеть на диване, ребята, я сейчас полечу. В смысле, реально, я полечу, что ли, с диваном? Ребята, я лечу с диваном, офигеть просто. Я с диваном лечу. И зарабатываю деньги. Ребята, я отправляюсь в космос, в путешествие. Как в том мультике, помните, вверх? Дедушка там летал на доме своем. Суперски. Я взлетаю. Сейчас до одной победы долечу, друзья. Сейчас у меня будет одна победа. Я сейчас лечу на одну победу. А, классно. Вон я, смотрите, справа с датчик показывает, где я. Есть, первая победа у меня. Офигеть. Круто, и это я... Ого, какая высота, мне уже страшно. А если шарики лопнут, я же разобьюсь. Так, там вторая карта, ребятки, смотрите. Потом третья, там гигантское количество карт. Так, тыкаю шарики. Надо долететь до второй победы. Ладно, я хочу быстренько прокачать что-нибудь. Это не то. Апгрейд, да. Сила за 1000, бам. За 1600, бам. За 700, бам. Я упал! И разбился. Фух. Хорошо, что здесь можно возрождаться. Посмотрим, что у нас тут. Подарок, ребятки. Мне дали подарок 1500 денег и две победы. Две победы в подарок. Супер. Телепортироваться пока не могу. Могу купить за 2500 новый шарик. Покупаю, ребятки, мне теперь новые шарики. Питомцы. Так. Где здесь яйца? Вот. За 4 победы можно купить вот это яйцо.
А за одну победу можно? Ага, это зарубаксы. Зарубаксы. Пушка. Ввести код. Еще что-то. Купить премиум, понятно. Так, у меня увеличилась мощность. Давайте-ка посмотрим. О, может нубика затыкать? Сколько у него? 10 тысяч. А у меня мощно больше. Встаю, ребятки, на нубика и затыкиваю его. Смотрите, сейчас на нубике полечу, ребята. Сейчас летающий нуб будет. Нуб полетел вверх, ребята. Я затыкал нубика, и он отправляется в небеса. И начинает приносить мне деньги. 157, 177, 194. Короче, с кликером очень удобно втыкать шарики. Я огромное количество шариков повтыкал уже в нубика. Летим, летим, нубик, давай вверх. Зарабатываем деньги и победы, папа-дочки. Сейчас будет победа, и, ребят, я спущусь, чтобы купить питомца. Все, я прыгаю вниз. Ой, я разбился, ну ладно. Питомец за 4 победы. Давайте, открываем. Трачу 4 победы, и вытаскивается комонка. Я потратил 4 победы, чтобы получить комонку, это несправедливо. Так, у него, значит, 8% разрушения шаров. 0% денег и 0% силы. Какой-то бесполезный питомец. Ладно. Давайте-ка затыкаем вот эти штуки всякие. Сейчас мы их все затыкаем. Пускай все отправляются в небеса. Приносят немного денег. Отправляем, отправляем все в небеса. О, у меня плюс 10% денег за счет френд буста. Классно. Делаем апгрейд. Значит, скорость шаров увеличиваем за 5000. И силу до 1000 увеличиваем за 2500. Пока не хватает. Сейчас прокачаем и увеличим. Так, начнем с нубика, пожалуй. Погнали, нубик. В небо. Эй, стой! Куда ты без меня? Нубик, вернись! Улетел нубик. Ладно, пускай летит высоко и приносит немного денег. Придумал, я буду лететь на столе. Как бабка Ёшка летает на метле, так папа дочки летает на столе. Классненько, ребятки, сейчас я заработаю еще одну победу. И прокачаю себе что-нибудь. Есть, победа. Так, попробую прокачать и успеть не упасть. Так, прокачаю вот это вот. И вот это я не знаю, зачем, ребят, прокачивать. Так, все, втыкаю шары, а то сейчас упаду. Втыкаю шарики, отлично. Знаете, все-таки я сейчас долечу до второй победы и попробую все шары перетыкать. Я не знаю, зачем это. Может, это дает какие-то дополнительные деньги? Слушайте, чем больше выше я взлетаю, тем больше денег... Две победы, тем больше денег дает мне полет. Интересно, ладно. Давайте перетыкаем шары все. Перетыкиваю шары. И это мне ничего не дало, кроме падения. И разбился. Так, 10 тысяч денег. Могу что-то прокачать. О, подарок заберу. 8 тысяч заберу. Есть, забрал. За 20 тысяч я могу прокачать скорость шаров. Силу шаров за 10 тысяч. Следующая 60. Ладно, за 2 тысячи вот это прокачаю. Ого. В общем, короче, мне надо, получается, высоко взлетать. И я буду получать много денег. Мне понравилось летать на столе, но я сейчас что-нибудь найду. Еще. Во, корыто какое-то. А, это лодка. Все, ребята, летающий корабль папа-дочки. Приготовились. А, здесь автоклик есть. А, он за рубаксы, поэтому лучше кликером таким. Все, друзья, я взлетаю в небо на ускоренном. Давайте доберемся до самой высокой победы. И заодно заработаем много денег. Все, полетели. Есть победа, летим дальше. Еще одна победа. Ух ты, оказывается, это не предел. Смотрите, теперь было всего 1000, а теперь вон стало 2000. То есть тут можно взлетать очень высоко. Ого. Смотрите, какая высота гигантская. Есть, я пролетел 2000 метров, 2 километра и получил 3 победы. Все, пока хватит, нужно потратить будет деньги. Сейчас мои шарики кончатся. Кстати, видели, у меня 50 тысяч запас. Сейчас шарики кончатся, и я упаду с такой высоты. Внимание, смертельный номер.
33 тысячи. Все, 30 тысяч. Сейчас уменьшится до 10. И начнется гигантское падение, друзья. Смотрите. Начинаем падать. Начинаем. Ой, я думал, буду падать все это время. Так, для начала заберем подарок. Вот этот. 8 побед, друзья. У меня сейчас новая локация откроется. Но сначала потратим деньги. Итак, купим шарик. Вот этот, 1,4 за 10 тысяч. Есть, осталось 125 тысяч. Делаем апгрейд. Значит, скорость шарика увеличили. 60 тысяч увеличили. И за 8 тысяч увеличили. У меня осталось 37 тысяч. Значит, я могу купить еще шарик за 25. Покупаю. И, ребятки, идем на новую локацию. Новая локация зачем, если я еще даже здесь не на всем полетал? Ну ладно, схожу. Просто открыть. 15 побед. Открыли новую локацию. Что у нас здесь? О, здесь космос, ребята. Здесь все изменилось. Здесь космос. Ух ты ж ты. Машина сколько у нее? Сейчас посмотрим. Сила у нее 500 тысяч. Я такую пока не подниму. Так, что у нас тут еще? Звезда какая-то. 15 тысяч. Все, ребята, я лечу на звезде. Я буду звездолет. Все, я звездолетище. Полетели. Кстати, денег здесь идет больше. Внимание. Космическое путешествие по подочке в небо. На звезде. Ух ты, кстати, сила моих шаров увеличилась. Смотрите, уже 88, 90 тысяч. Сейчас посмотрим, сколько будет выдерживать. В общем, около 100 тысяч держит мою силу. То есть я могу поднимать предметы примерно 90 тысяч точно. А около 100 тысяч с маленькой вероятностью. Итак, мне уже дали 2 победы, ребят. Я пролетел 250, сразу 2 победы дали. Круто, сейчас купим еще какого-нибудь питомчика. Долетаю до 2 побед. Есть, еще 2 победы и хватит. Все, спускаюсь вниз. Телепорт. Во вторую локацию. Отлично. Сделаем апгрейд. Что могу апгрейдить? У меня 46 тысяч. Я ничего не могу апгрейдить. Шарик купить новый. 60 тысяч стоит. Тоже не могу. Тогда давайте выберем что-нибудь другое, на чем можно полетать. Так, а это спутники, спутники. Так, ладно, подождите, спутники. Здесь какие-то ящики. Ракета, ой, ребята. А вот космическая станция, летает она? 5 миллионов, не, не смогу полететь. Космический диван, ребятки. Могу, наверное, на космическом диване, но сначала попробую на космической ракете. Эй, ракета, как к тебе добраться? Так, сколько у нее? 2,5 миллиона, не смогу лететь. Диван. 75 тысяч. Подходит, потому что у меня сила около 100 тысяч. Все, набираем силу 75 тысяч. Сейчас полетим на диване космическом. О, так надо было шары поменять. Они круче. Все, диван оторвался от земли. Есть, да, сила-то у меня увеличена. Ё-моё, оказывается, надо было шары менять, а я все на слабеньких летал. Эх, незадача. Ну все. Есть, победа есть, я прыгаю вниз с дивана, ребята, у-ху-ху. Так, здесь питомцы за 10, ребята, есть за 10 побед питомцы, давайте купим. И погнали. Красное яйцо, анкомонка корова. Телепортируемся вот сюда. Посмотрим, что же у меня за питомчик корова. Что она дает? 8% денег, супер. Корова, и у меня теперь пойдет все получше. О, летающая тарелка. Сколько у нее? 4 миллиона. Нет, 4 миллиона не получится. Слизь, 400 тысяч. Тоже многовато. Поищем что-нибудь интересное. Ну-ка, это сколько? 750 тысяч. Нет. Солнечные батареи. 2,5 миллиона. Спутник. Станция Мир. 6 миллионов. Это что такое? 40 тысяч какая-то штука. Полетели на какой-то штуке. Это кусок летающей тарелки. Все, полетел. И хочу затыкать ту. Пускай та еще со мной летит одновременно. И есть. Буду поддерживать и эту, и ту. Ребятки, я, короче, сразу две тащу. Не знаю, кто-нибудь вообще летал с двумя сразу предметами? Или только я так научился? Все. Заработал деньги на еще одного питомца. Вниз! Телепорт. Ага, здесь за 25 побед. Телепортируемся обратно. И покупаем еще одного питомца за 10 побед. И это снова корова. Одеваем. Плюс 16% денег. Так, сколько у робота полет? 200 тысяч.
По-моему, должно хватить. Давайте залезу на робота. И погнали. Не, сил не хватит на него. Камень. 20 тысяч. О, ребят, я могу на камни лететь. Сначала вот этот запущу. Этот. Все, запускаю. И за ним, вперед. Все, ребятки, у меня теперь два камня летит. Тот, который на... я и еще один. Друзья, мне этот симулятор понравился. Я бы хотел сюда привезти еще дочку и еще поиграть. Запустить что-нибудь прикольное в космосе и открыть новые локации. Поэтому подпишитесь на канал, поставьте лайк, хорошие денечки. С каналом папа и дочки. Всем пока-пока.